Они планировали это купить или наоборот даже не планируют это купить, но ему нравится. Он приходит, смотрит. Может быть, горка какая-то и так далее. И вот по ключевым точкам у нас мама пробегает, пока мы едем. И одновременно она вызывает полицию. По статистике, 98% потерянных детей находятся, но те, кто так и пропал без вести, не заживающие раны, молчаливые тени. В их память добровольцы отряда «Лиза Алерт» зажигают лучи надежды. Надежда на то, что пропавшие дети когда-нибудь найдут дорогу домой. Марина Чайка, Елена Штоклова, Павел Байдалов и Виталий Аниканов. Первый канал. На Минском фестивале жюри отметило представителей России. 27-летний Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру на конкурсе «Особый взгляд». Это вторая по значимости программа форума. В центре картины «Дылды» – судьба женщин, которым выпало жить в Ленинграде в тяжелое послевоенное время. Премьера ленты состоялась в Каннах 16 мая. Ну а теперь, как победитель конкурса «Особый взгляд», фильм выйдет во французский прокат. Добавлю, что это вторая полнометражная картина Балагова и второй успех. Его дебют «Драма «Теснота» 2 года назад получил премию Международной федерации кинопрессы. В десятках российских городов сегодня запускают цифровых воздушных змеев. На каждом название одного из 20 телеканалов, которые все больше зрителей в нашей стране могут смотреть в самом высоком качестве. Очередная волна перехода на цифровое телевидение уже совсем скоро, 3 июня. Она станет самой массовой. 36 регионов, в которых проживает почти 60 миллионов человек. Именно к этому событию приурочен сегодняшний праздник. Отметить его пришли тысячи людей. Для них выступали артисты, а спортсмены провели массовую зарядку, которую назвали тоже цифровой. Это хорошее качество, хорошая картинка, звук. Мы очень рады, что у нас наконец-то на Дальнем Востоке появилась такая возможность смотреть бесплатное цифровое телевидение. Везде будет это телевидение, в любой точке нашей большой страны, и всем будут смотреть качественное, доступное телевидение. Высокой четкости наша страна начала с 11 февраля, второй этап состоялся 15. Моделям, выпущенным до 2012 года, требуется специальная приехали команды из 6 стран, чтобы поразить зрителей. У каждой всего 15 минут. Лучших участников назовут уже завтра, а пока у жителей и гостей есть возможность насладиться завораживающим зрелищем.